Доброе утро, Бокертов. Сегодня мы прочитаем предложение с глаголами PL в прошедшем времени и сравним эти предложения с предложениями, у которых глагол пуаль в прошедшем времени. То есть мы сравним использование глагола в активной и в пассивной форме. Если вдруг вы почувствуете, что вам что-то непонятно, не хватает теории, я рекомендую воспользоваться ссылками и посмотреть другие материалы. Ссылки вы найдете в описании к этому уроку. Этот урок рассчитан на изучающих иврит на продвинутом уровне. Пользуясь случаем, я хочу напомнить вам, что вы можете приобрести у меня книги по изучению иврита и других языков. И также я рекомендую для ваших ивритоязычных знакомых иврит русский разговорник и иврит украинский разговорник. Для заказа и дополнительной информации пишите мне, адрес электронной почты вы видите на экране. Итак, сначала предложение с глаголом пиэль. Хана бишла марак. Хана сварила суп. Теперь я передаю ту же самую мысль, только в пассивной форме. Я говорю «Амарак бушаль аль-едей хана». Суп был сварен ханой. И здесь у нас предлог «аль-едей» получается как «кем». Творительный падеж образуется при помощи этого предлога. Кем был сварен? Еще раз я прочитаю. Амарак бушаль аль-едей хана. Меня часто спрашивают, а как нужно говорить, в чем различие между этими предложениями. Прежде всего, вы ориентируетесь на самого себя. То есть, если вы по-русски привыкли говорить, например, «я сварил суп», то вы используете глаголы «пель», как в первом предложении. Если вы скажете «суп сварен мной», и вы привыкли так выражать мысль, то вы будете использовать пассивные глаголы и в иврите. Но практика показывает, что большинство людей в пассивной форме не выражают свои мысли. Мы встречаем пассивную форму и в русском языке, и в иврите, в текстах высокого стиля, то есть в формальных текстах, в новостях, которые рассчитаны на подготовленного читателя. Идем дальше. Следующее предложение. Леонид сварил пельмени. Пельмени на иврите кисоним. Тот же корень, что в слове кис, как кармашки получается. Леонид бишель это кисоним. И здесь у нас получилось, что Леонид сварил эти пельмени, конкретные пельмени, потому что мы сказали это кисоним. Теперь вопрос, а если я скажу без «эт» без «ха», и просто скажу «Леонид бишель кисоним», это будет ошибка? Это не будет ошибка, то есть мы руководствуемся своей логикой. Когда мы хотим сказать «Леонид сварил эти пельмени», мы можем сказать «Леонид бишель это кисоним». И при этом слово «аэле» можно не добавлять, потому что «акисоним» – это и есть эти пельмени, конкретные пельмени. Теперь то же самое мы передадим в пассивной форме. И вот здесь я отмечу, что когда мы строим предложение в пассивной форме, то есть с глаголами пуаль, то обычно мы начинаем с существительного, чтобы не запутаться. И это существительное мы ставим с артиклем акисоним. Акисоним по смыслу эти пельмени. Акисоним бушлу аль-едей Леонид. Эти пельмени были сварены Леонидом. Следующее предложение. Леонид и Хана сварили кашу. Леонид ве Хана бишлу дайса. И это какая-то абстрактная каша, не принципиально, мы не говорим эту кашу. Да? Если я хочу сказать, Леонид и Хана сварили эту кашу, то я скажу, Леонид ве Хана бишлу это дайса. И весь смысл, мы не зацикливаемся. В пассивном стиле мы начинаем предложение со слова «каша». То есть нам нужно сказать «каша была сварена Леонидом и Ханной». И мы договорились, что мы ставим артикль, чтобы не ошибиться здесь. «Адайса», то есть это «каша». «Адайса бушла аль-едей Леонид вехана». «Адайса бушла аль-едей Леонид вехана».
Каша сварена Леонидом и Ханой. Или каша была сварена Леонидом и Ханой. Даниэль пожарил котлеты. Даниэль тиген кцицот. Кцицот – это котлета. В единственном числе кцица – котлета. Теперь в пассивной форме. Эти котлеты были пожарены Даниэлем. Акцицот тугну аль-едей Даниэль. Акцицот тугну аль-едей Даниэль. Даниэль и Дина пожарили лук. Даниэль и Дина тигну это бацаль. Получилось у меня в переводе, они пожарили этот лук. То есть можно было сказать и без артикля, ничего страшного не произойдет. Даниэль и Дина тигну бацаль. Абстрактно какой-то лук. Пожарили лук. В пассивной форме я начинаю предложение со слова лук. И мне нужно сказать, лук был пожарен Даниэлем и Диной. У меня получилось абацаль туган аль-едей Даниэль ведина. Дина не жарила этот помидор. Дина лотигна это агвания. Дина лотигна это агвания. И обратите внимание, так как я говорю агвания, не обязательно добавлять слово азот, потому что здесь по контексту понятно этот помидор. В пассивной форме передаем ту же самую мысль. Этот помидор не был пожарен Диной. Агвания лотугна аль-едей Дина. Агвания лотугна аль-едей Дина. Марк обновил программу. Ну, имеется в виду компьютерная программа, например. Марк хидеш это тохна. Тохна – компьютерная программа. Марк хидеш это тохна. Марк обновил эту компьютерную программу. Теперь в пассивной форме мы передаем ту же мысль. Программа или эта программа была обновлена Марком. А тохна худша аль-едей Марк. А тохна худша аль-едей Марк. Татьяна обновила программы, компьютерные программы. Татьяна хитша это тухнот. Татьяна хитша это тухнот. Ту же самую мысль мы передаем с помощью пассивного глагола. Начинаем со слова программы. А тухнот худшу аль-едей Татьяна. А тухнот худшу аль-едей Татьяна. Программы были обновлены Татьяной. Дина сократила текст. Дина кицра это текст. Теперь мы скажем в пассивной форме. Текст был сокращен Диной. А текст куцар аль-едей Дина. Ривка сократила тексты. Ривка кицра это тексты. Ривка кицра это тексты. И теперь эту же мысль мы передаем в пассивной форме. Эти тексты сокращены Ривкой. Или эти тексты были сокращены Ривкой. А тексты куцру аль-едей Ривка. А тексты куцру аль-едей Ривка. Я очень надеюсь, что это было несложно и понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, редактор Татьяна Лейтраут. До свидания.